В эти выходные в Каменске-Уральском пройдет чемпионат России по мотокроссу. И все подробности этого спортивного состязания мы сейчас узнаем у мастера спорта международного класса, 11-кратного чемпиона России по мотокроссу Евгения Щербинина. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть в нашей студии. Мы сегодня все утро бьемся со Златой, не можем прийти к какому-то единому мнению по поводу того, что... Важнее. Вот, что важнее? Победа все-таки или участие для вас, как для 11-кратного чемпиона? Для меня, наверное, важнее будет все-таки победа, потому что в любом участии соревнований, да, должна быть мотивация. Для чего ты там участвуешь? И, конечно, победа – это приоритет. Ну, а сам статус, что ты участвуешь в чемпионате России, он разве не является уже на определенной стадии победы? Может быть, для кого-то – да, но для меня на сегодняшний день, да, все-таки я выбираю победу, потому что, ну… Ну и потому что ее отстаивает Злата. Расскажите, как вы пришли в этот спорт? В этот спорт я пришел через хоккей. Родители отдали меня в хоккей с шайбой, но гены взяли верх, и я все-таки перешел в мотоспорт. Гены? А как это связано? У нас связано тем, что у нас семейная династия, у меня отец тоже 11-кратный чемпион страны. По мотокроссу? По мотокроссу, а как так получилось, что ваш отец, чемпион страны по мотокроссу, отдал вас в хоккей? Да. Не хотел, да, все-таки? Да, наверное, все-таки понимал опасность, да, какие травмы могут быть. И все-таки, во-первых, было более доступно играть в хоккей. И мне до сих пор нравится и играть, и смотреть. Поэтому, ну, все-таки мотоспорт стал ближе. Да, это свое. Ну, хорошо, расскажите о чемпионате. Что будет в Каменске-Уральском? Чем будет интересен именно в этом году чемпионат? Вообще, чемпионат в этом году состоит из 4 этапов. Мы в Каменске-Уральском принимаем третий этап уже. Угу. Первые два прошли в Коврове и в Борисоглебске. После этих двух этапов наши спортсмены занимают лидирующие позиции. То есть это Свердловская область? Да, Свердловская область, город Каменск-Уральский, именно центр по техническим видам спорта. И, естественно, ребятишки бьются за лидирующие позиции, то есть стать все-таки чемпионами страны. То есть это и юношеский, да? И юношеский, и взрослый. Там несколько категорий, несколько классов мотоциклов будут одновременно выступать в субботу и воскресенье. Несколько классов мотоциклов, это какие классы? Это класс 85, угу. Это юниоры 125 и 250. Ого. Из каких городов к вам участники едут? Сейчас сложно понять, да, потому что регистрация начнется сегодня во второй половине дня, но по заявкам, принятым, да, заранее, это примерно 15-17 городов, начиная от Санкт-Петербурга, Москва, Пенза, Уфа, Челябинск, Тюмень, Сургут. Интересно, они на своем профессиональном спортивном транспорте преодолевают эти километры? Так, нет, ну не на инвентаре, конечно, на котором выступаю, да, на мотоциклах, а перевозят на специальных оборудованных автобусах. А можно ли приехать посмотреть вот обычным зрителям? Обязательно. То есть куда? Что? Я бы хотел пригласить всех любителей мотоспорта 20-21 июля в город Каменск-Уральский на стадион «Юность» посмотреть третий этап чемпионата России по мотокроссу. Зрелищно. Очень. То есть, а что там будут на скорость или на преодоление каких-то препятствий? Да, то есть там создан специальный современный стадион международного уровня, который является одним из лучших в Европе. Который, в Каменске-Уральском. Да, который мы построили благодаря поддержке Министерства спорта, администрации города, за что мы им безумно благодарны. И обустроена специальная трасса, которая, естественно, защищена от зрителей, да, на которой находятся современные трибуны, где можно... То есть здесь безопасности тоже все? Да, да, да. То есть про безопасность там оговорено, конечно. Даже с детишками можно? Обязательно. То есть даже нужно с детишками, чтобы они посмотрели такой зрелищный вид и, возможно... В общем, надо ехать и болеть за наших. Обязательно, конечно, надо поддержать наших спортсменов, чтобы мы продолжали шествие к победе. Но я думаю, что наши зрители из Каменска-Уральского обязательно посетят это мероприятие. Из остальных же городов, из Екатеринбурга, тоже приедут, посетят и поддержат наших спортсменов. Мы будем очень рады. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. В общем, убедиться в том, что победа все-таки в миллион раз важнее простого участия, вы сможете в субботу и воскресенье 20-21 июля. Благодарю
благодарим нашего гостя, мастера спорта международного класса, 11-кратного чемпиона России по мотокроссу Евгения Щербинина. А программа продолжается? Продолжается, и перед подведением итогов нашей с вами дискуссии мы посмотрим, как сделать праздничный торт.